Более 300 тысяч гектаров неиспользуемых земель сельхозназначения вернули в госсобственность в Акмолинской области. Неосвоенные угодья передают фермерам и сельчанам, которые нуждаются в выпасах для скота. Удалось расширить и пастбища рядом с населенными пунктами. Аслан Абуталипов расскажет больше. Население села Сочинское в Атбасарском районе долгие годы нуждалось в пастбищах для выпаса скота. Для 200 подворий, где занимаются животноводством, было сложно обеспечить хозяйство кормом. В этом году местные власти выделили сельчанам пастбища, которые местное товарищество добровольно передало в собственность государства. Скота много, население, поэтому раньше у нас не хватало пастбищ. Мы сейчас имеем возможность развивать скотоводство. И вот этот весь скот, который сейчас имеется у населения, на этих отводных участках, которые выделили нам. В местном товариществе рассказали, сельхозугодия в их собственности находится уже 3 года. Развить хозяйство не удалось, поэтому и освоить земли не было возможности. Землевладельцы решили передать почти 20 тысяч гектаров пастбищ в пользу государства. Теперь добровольно и безвозмездно передали для пользования для своих же односельчан. Чтобы люди у нас жили в нашем селе, никуда не уезжали, чтобы было им чем заниматься. Вот и думаю, что мы поступили правильно, и местное население восприняло это очень положительно. Но не везде землевладельцы проявляют сознательность и добровольно передают неосвоенные сельхозугодья в пользу государства. К решению проблемы подключились правоохранительные органы. Они выявили неиспользуемые пастбища даже в квазигосударственных учреждениях. В итоге удалось вернуть государству почти половину от общей площади неосвоенных земель. В социально-предпринимательской корпорации «Кукше» было установлено, что данной корпорацией не используется порядка 11 земельных участков общей площадью 490 гектаров, именно которые предназначены для пастбищных угодий в Бурабайском районе. Принятыми мерами данные неиспользуемые земельные участки они были возвращены в Государственный земельный фонд Бурабайского района. Также местные власти расширили выпасы для скота возле населенных пунктов почти на 20 тысяч гектаров. Сейчас население нуждается в 400 тысячах гектаров пастбищ. Это значительно меньше, чем в прошлые годы. Поэтому работа по выявлению и возврату неиспользуемых сельхозугодий будет продолжаться, чтобы окончательно снять проблему дефицита пастбищ. Аслан Абуталипов, Виктор Полянный, Евгений Шинкаренко, Акмолинская область, Хабар 24.